И привезли корнер. Подача. Подача и удар! Друзья мои, ну, кто проиграл? Кто здесь выиграл? Спартаковцы на ровном месте привозят корнер себе. И вот тебе гол. Браво, Феррера. 2-1. Терек вырывает, говорю глаголом несовершенного, пока вырывает победу. Вырывает. Ну, глупее ситуации не придумаешь. Если бы на повторчик еще момент, а это Беллегинов сделал передачу на Ферреру. А Феррера, смотрите, Беллегинов раз, из-под Макеева 2. 2-1. Покажите, а кто же сделал передачу назад на Диконя? Что там произошло? Ну, с голом мы разобрались. Да, чудовищная ситуация у «Спартака», чудовищная. Феррери, желтая карточка, естественно. Хорошо посмотреть пас. Я обращаюсь к нашему режиссеру, любопытно, что там, кто это привез угловой. Яковлев, я грешу на Яковлева, а Унай Эмери, да, вот это, конечно, обухом по голове, что называется.